Мероприятие, направленное на знакомство с обычаями, традициями и культурой разных стран, добрая традиция Российского университета дружбы народов. У студентов появляется возможность не только пообщаться с носителем языка, попробовать традиционные блюда, увидеть национальные танцы, но и в целом существенно расширить свой кругозор. Так и неделя культуры Украины вызвала немалый интерес не только у учащихся РУДН, но и его гостей. Мы активно сотрудничаем с университетом, мы знаем, что землячество украинское в Москве активно взаимодействует с университетом. Видим позитивную динамику увеличения количества учащихся здесь. Имеем определенную договоренность о активизации нашего взаимодействия, я имею в виду по линии как посольства, так и по линии землячеств. И надеемся, что Украина постепенно будет перемещаться на более высокие позиции по количеству студентов, обучающихся здесь. Организаторы составили насыщенную программу, в рамках которой гостей ждал национальный обед и пресс-конференция на тему развития политических и экономических взаимоотношений России и Украины. Расскажут интересные моменты из внешней политики Украины по отношению той же России, по поводу таможенного союза и ЕС. Советник-посланник Украины в Российской Федерации Руслан Немчинский подчеркнул важность политического союза между странами и выразил надежду на дальнейшее развитие добрососедских отношений между двумя государствами. Мы всегда позитивно настроены, отношения всегда развивались, они развивались с разной скоростью. Мы настроены на то, что и российская сторона настроена на то, что отношения стратегического партнерства могут развиваться только ввысь. Неделя национальных культур в РУДН – важная составляющая жизни университета, ведь именно благодаря такому взаимному обмену и происходит укрепление дружбы между народами. Украина любит вас! Валерия Муковнина, Фадия Мраеш, новости ТВ РУДН.